Всем привет! Вот попробовал отбрашировать доску так пробную и нанести льняное масло. Вот что получилось. Такая вот брашировочка. Вообще обычную доску взял, желтую, такую пожелтевшую, высохшую. Первой попавшейся щеткой отбрашировал. Вот такая вот красота получилась. Вот. А вот что было изначально. Такой вот цвет. Покрывал обычным не сепарированным, не отбеленным, не осветленным льняным маслом. Вот принимает такой вот приятный цвет. Без всяких добавок. Здесь на два раза. Где-то вот так вот на два раза. А здесь вот на один, ну, какая-то небольшая разница есть, немного, ну, красиво покрывал тем же тампончиком. Вот это у нас сосна, это сосна, а вот покрыл так ради эксперимента то, что у меня на потолке, это осина. Вот так вот торец впитывает вообще как губка. Вот так вот поверхность. Вот, небольшой оттенок желтого. Вот, все впиталось два раза. Ветошью даже не проходил, все впиталось нормально. Вот так. Все, кому был полезен, ставьте лайки. Всем пока.